У меня в телеграм-канале есть видео. Посадка голубики для новичков. Все основные моменты, которые необходимо знать тем, кто собирается у себя на участке высадить голубику, я там затронула. Именно эти кусты голубики я высаживаю на видео из 2-литровых тех горшков, 7-литровые. Сейчас у нас на календаре 17 августа 2024 года. И сегодня я буду пересаживать подросшие кусты голубики на постоянное место жительства. Высаживать буду в сумке, так как у меня попросту нет свободного места на участке в открытом грунте. Да и такой способ высадки кислолюбивых растений мне больше нравится. Зимовать эти кусты голубики будут на улице, контейнеров в грунт закапывать не будем. По моему мнению, идеальный субстрат для голубики – это кислый торф. Единственное, что можно добавить в торф при посадке – это хвойный опад. Добавлять в торф питательный грунт не нужно. Голубика не способна самостоятельно брать питание из почвы. Питаться голубике помогает грибок, который покрывает корни растений. Именно гриб делает доступным для поглощения голубикой питательные вещества. За счет этого голубика прекрасно растет и плодоносит в бедной почве. Категорически нельзя добавлять в посадочную яму или подкармливать навозом. Вы этим просто загубите растение.